кран не влез. Я снизу камеру. Включил. Как далеко поехал, а? Я так далеко, Юр, не ездил. Я тоже так далеко не ездил в первое время. Хитрый. Слушай, он все включил, даже, по-моему, фары. Ну ты что, блин? Ну ты рок. День. Сложно, как на мотоцикле. Видно. Шляпа на декрень. У меня не зарит. Ну ты чего? На два колеса поставь! Давай, бабка за детку. О, отлично, давайте, детка за репку. Вытянули. Все, заглох. Перевернулся. Давай, выезжай. Аккуратненько, был шо.
шлепана. Так, массовка, тишина, стой. На полинере или как там правильно сказать? Икать можно? Икать, пукать нельзя. Приготовились к работе. Хлопушка. Стоять! Стоп, стоп, стоп! Снова! Сергей, ну не ржите вы за кадром! Тихо! Я делаю один дубль, все! Два, Лех! Лех, ну они смеются! Один дубль, все! Все, тишина! Что, не расплатишь, что нам? Да! Хлопушка! Сейчас, будет. Юр, и громко заведи с газом, чтобы я этот звук воткнул к тому, как Леха сядет. Тихо. Газани. Так, все. Пробуем. Газу больше, дым. Давай! Все. Так, отжимаем скорость вниз, да? Включай. Газу больше, сцепление. Выжми. Ну, начальник заставы, догоняй. Угнали твоего коня. Какая там застава? Ты так не напрягайся, ты чего? Ты заглох. Или как? Варежками не хлопай, ты молчишь, ты один в комнате. Один в комнате. Макай черницу в ручку сразу. Динамичнее. Черницу сразу. Нарисуй там характер. Бери, да, и что там рисуй. Немного задумайся, посмотри в мою сторону, так задумайся. На Сталина посмотри. Пишет что-то. Сталина не видно пока. Что-то пишет. Все, что ли? Папиросу зубы надо, не мешает. Неудобно работать. Я думала, еще не снимаю. Где ты этот режиссер? Мухи, мухи. Крупники снимаю. О, амнистия. А, не, актинидия. Сначала. Сначала Абрамович сначала. Вначале. Шендерович. Шиндрик. Грузевич. Абрамович. Был уже. Шендерович. Волик. Грузевич. Харитонов. Так. Кто там еще? Сашин. Это русский оставил. Пускай будет. Шевченко. Какой Шевченко? Шевченко. А, тоже же русский. Пускай. Нович. Нович. А, Хренович. Хренович. Хренович так Хренович. Так, огурец. Так, Огурцович. Какой огурец-то? Это
Сначала вы, наоборот, уже вы. У них вы миссеров. Все по-своему. Хлеб. Ой. Лук. Так, Абрамович бы. Читаем дальше или как? Подожди, ты в кадр не входишь. Давай, на Юрку. Марина, убегай. Зою Космодемьянскую уберите от меня. Так, Воловичная. Посадович. Расстрелян уже. Вот тяна. Хорош, успели-то. Да вчера начали. Вот тяна. Так. Что дальше говорить? Слова написали, ну а то, ё-моё. Так, фамилии больше нету. Кончились. Бросили дом. А заслонного казачка... Давай. Заслонного казачка не будем проверять? Хорошо, еще раз. Давай его сюда. Сначала. Чего сначала? Загоняй его сюда. Сюда давай. Это я с роли выйду. Развязывай. Хорошо было бы тот же самый огурец. Нет, тут вдруг начальник заставы откидывается. Так, и, Алексей, и... вы в кадр влезли. Падай. А? Поехали, доставай. Там трусы только. Не, есть брюки. Отлично. Вот тут бы хорошо пуговицу достать коричневую. Натрывать ее надо. Надо ее найти. Вот эту штуку. Вот она. А может он рухнет на пол вместе со стулом? Что, дурачок что ли? А вдруг он пригодится? Раз и кирдык упал. В окошко выстрел. Да, выстрел мы придумаем, а начальник, падение начальника заставы мы никак не сможем придумать. Итак, тук-тук, глянь он, крык! Боли. Вода нормальная. Лицо, и он падает на пол. Нет, падение на пол. Ближе к лицу, все, что ты ешь, к лицу ближе. Ага, вот сюда надо. За нашу советскую родину, или как там? За вашу. Нет, за... чтобы коммунизм победил во всем мире, что-нибудь такое. Слава товарищу Сталину. Ура. Думаю. Подглядывает. Тихо, тихо, не ломай. Махните Вовке, чтобы посильнее морду высунул. Запалить козу, конечно, интересный трюк, но... Так. Но планы не входят. Я попрошу. Дайте рукавицу. Еще раз. Все, пишу сначала, да? Работаем. Все упало. Натурально, очень. Олег, готов? Ты можешь не так быстро, падай, просто... Да, медленно, замедленно. Чемодан вместе с ним. Да. Идем, поехали. Сейчас, нет, я не готов. Готов? Давай. Готов, тихо, да. Тихо. Тишина отойди, в студии. Отойди. Тишина в студии, чтобы звук был живой. Уже упал. Какой живой звук? Что? Сейчас я поправлю. Все, я готов, едем. Поехали? Да. Так. Отлично. А так хорошо шел сразу. Слушай, да, крути макушкой, чтобы было вверх Буденовки шевелился. Крути, просто крути, тебя не видно, только вверх Буденовки. Нормально. Все, теперь работай, что-нибудь там пиши. Листай. Разведчик вражеский пасет меня, смотри на камеру, пишет. Паразит такой. Юрка, я бутылки не мыл. Да я уже поздно, уже помыл. Уже облизал. Ой. Ну, что опять, засмотрелись? Ну, дайте закусить. На Сталина перекреститься нужно было. Господи.
шашлыки. Говорю, что есть здесь? Здесь вот, то же самое место. Во. И поляна, и все. Отлично. И дома рядом. Спустился вниз, и все. Ты что, там рыбу ищешь? Да. Нашел? Есть что-нибудь или нет? Есть. Это, Юр, я делаю слайд-шоу на DVD, фотографии. А в качестве подложки вот такая вот вода, небо плывет, там дерево. Долго вот надо просто поставить, чтобы ничего не двигалось на штативчик. Ну, вот смотри, какие блики, обалденные. Вот иди сюда. Вам дрова не нужны? Нет. Ну, спустилась? Ой, тут держаться. Ну, ты, если что, прыгай в речку, она мягкая. Спасибо, отлично. Готова? Ну чего мне делать? Позировать. А ты под аппарат? По-всякому. Ну давай. А тебя не видно. Ура! А там все равно звук не пишет. Так что ура, не знаю, как чай. Там звука нету. Че ты изображаешь-то? Ну, летящую ласточку. Получилось? Надо ремешком привязать к дереву и на тот. А, да, птичка! Птичка! Ну, на... Куда палка морду закрывай? Корник! Ах, не поймал твое испуганное лицо. Корни сейчас как отвалится. Давай, еще раз, испуганное лицо. Давай. Глаза круглые. Лицо зверское. Слушай, а вот, Юр, вот там уже какой-то есть естественный такой водоемчик. Чуть-чуть прорыв. Два вкопана в землю. А-а-а. Там у нас розеточка прямо есть. Пришел, да, насосик подсоединил. И ну, да, набрался, и все. Не знал, видишь. Угу. Отсюда смотришь, нифига, хорошего ничего нет. Карр! Все, перекрыл. Ты видишь, уже все, смотри. Вода уже меньше стала. Да, ты усилил плотину. Помог. Добро. Сама. Бобрам, в принципе, не надо что делать, их только направлять надо. Перекусывают, да? Они, да? Бросают? Да, им достаточно. Они же расчеты, они так куда ходят. Конечно, тут правда идет расчет, они физической силы никакой не. У них расчет на дебилов, то есть дерево достаточно уронить, а какой-нибудь дурак найдется, его обязательно сбросит в воду. Да. Это насчет чего? Строительного метода, ты сам сказал, что у них какой-то там расчет. Не, ну пусть будет плотин, Юр. Зачем? Да, хорошо. Корень его еще будет, да? А, ты думаешь, примется твоя сосна? Думаю, что да. Отлично, во. Я как-то заметил, что вода поднялась на полметра там. Пойду посмотрю. А здесь маленький ручеек остался. Сейчас воды пока пошел сильно. Летом вот более медленная речка. Ну, не переступай. Мне нравится, когда черный фон для слайд-шоу. Но черный свет, он такой универсальный. И насыщенность, он увеличивается по фону. Вот трасса из моей бревна как раз. Иди тут, опа, иди сюда. Трасса дороги, трасса, смотри, я должен быть номера, он трасса, хорошо так. Езжай тоже куда-нибудь. Езжай уже куда-нибудь. Кто там за медведь? Я по телефону консультируюсь. Медведь, говорят, проверь. Леша в той стороне ходит, а не он. Как он сделал? И Турочек. Давай.
красненькая-то запись идет, да? Ты будешь строить... Переплывать? Переправу. Киньте ему лиану. Оп, 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 ну, оп, лови, так, лови. Кричат. Нынешней весной на реках Калужской области оживились бобры. Они побросали все свои хатки и ринулись на природу. Наташ, иди сюда. Давай, дрыгай концом по воде. Интенсивней. Давай, рядышком. Давай, Юр, во-во. Наводим мосты. Чего вы встаете-то? Вот, давай, дрыгай. Я говорю, не прыгай. Не, ну если она там переломилась. Она вдруг ляжет. Палку возьми тогда, чтобы контролировать. Итак, сейчас идет подготовка бросания грузного мужского тела в воду. Алексей, идите к нам. Валерий, сейчас. Давай еще чуть дальше к тебе. О. Первый пошел бобер. Слышь, тем более здесь есть поручи. Поймать. А с этой стороны? Че, неужели не пойдешь? Пойду, почему же. Возьми какую-нибудь палку. Страховочную. И тут такие оживились все. Кровь, крови. Упадет или не упадет? Упадет или не упадет? Фотографируй, то вдруг упадет, она не успеет. Второго дубля не будет. Да, вот так бобры строят хатки. Не дергайся, Алексей. Да. Ну, изобразил, в последнем шаге упадет. Итак, ну что, вот так бобры спасают своих заблудших бобрят. Так, кому волну изобразить? Бобровая семья воссоединилась. Волну изобразить? Это кораблик. То есть бобер, перешедший на берег к своим собратьям, от радости перегрыз сосну и выплюнул ее остатки. Он тебя в распор какого хочешь. Главное свежие цеплять, пока не высохло. Так, Юрий, расскажите, как надо делать заборчик? Да. Как цеплять? Когда мягкие, гнутся. А потом высыхает, он... Сергей, какой будет? Вы же наметили наверняка какой? Да? Да. Вы будете есть. Вращать. А может сразу все вращать? Эфирный вот этот вот. Сразу все. Все. Отлично. Здесь не такой уж сильный жар, чтобы... Алексей, вы прекрасно... О, еще раз так, еще рукой. Подальше руку в центр, в центр. Не, ниже, ниже, отлично. А лицо и меня туда положить, чтобы сфотографировать с ним, да? Серег, убирайте руку, Сергей. А может за шпиона положить лицо туда? Не надо. Не уместится. Не уместится. Это тот парень, который был дублером, да? И выжил, заметьте, выжил. Огонь! Вообще огонь! Это... Брызни, брызни. С маринадом. Вот красное, красное пятнышко. Вот где без пятнышка, тот кетчированный. Юр, вынеси еще Марине. Марин, дайте. Что, мне не надо. Сейчас там есть еще, да? Еще, нет, есть еще. Я еще раз говорю, мне не холодно. На, на. Горит, горит. Горим. Ладно, на. Чего? Она тепло. Я тоже хотел взять. А ты без чего? Почему? Сейчас, а ну, Юр, ну что? Подожди, подожди. А где... Привилегированный одеваешь. Это мне, это мне. Не, ты не, 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 не. Марина, его дряхани. Берегите оптику. Ангелы спускаются с небес. За ними, за крыльями, яркий белый свет. Он означает
святость этих людей, их духовность. Они изящно ступают по ступеням. Свежий ветер в лицо. Не надо, ну проходи. А я тебя сейчас не могу здесь. Марина. Тут очень хорошо. Марина. Иди, иди. Этаж, да, это первый. А второй? Проходите. А где второй? А дальше все уже получилось. Смотрите, как на фоне света появляется Алексей. Святой. Святой Алексей. Хороший, да? Ну повернись, повернись. Ним бы еще сделать. Давай, отличный вид. И говорит, что тут кого-то расстреливали. А, пусть. Что тут церковь построена более поздней, потому что вот у нас деревянный, вот стоит этот такой, видно, деревянный сруб. Итак, итак, 30 марта 2008 года, река Теча. Вот так прошло купание 30 марта. Не хочешь? Нет, сейчас купнусь. Сейчас я ножки отстрелил. Ну, парень тут купался сейчас, и я решил. Да, парень купался. Там такой водопад, я его всячески подснимал с той стороны. А вы что, поехали к этому мемориалу, да? Мы решили, что мы туда не поехали, но мы свернули налево. Как, мемориалу? Не на мемориал, а дальше, дальше дорога, где главная дорога. Ты же купаться приехал? Да. Он тебе купаться. Так, подожди. Стой. Пошел. Ну давай, давай. Ну как? Стой, я уже искупался. Нет. Чего? Глина? До этого у нас был 13 апреля, по-моему, первый. А сегодня 30 марта. Заплыл? Да. Хорошо. А, бодрит как. Бодрит? Бодрит. Нет, бодрит, хорошо. Да хватит, чтобы отметиться-то. Все, зима прошла, значит. Будьте любезны, о ваших впечатлениях, о посещении, я так понял, вы были в Тихоновой пустыне, да? Тихоновой пустыне. Мы давно хотели посетить это место, и вот, наконец, наша мечта сбылась. Как она, пустынь? Пустовато. Ну, ожидания наши оправдались. Мы нашли то, что искали. Почему так долго и стремились, и ехали. Наконец-то мы здесь.